Что я сделал вчера ночью? Что я сделал? Мне конец. Доброе утро, брат. Демир, что я сделал вчера ночью? Мне конец, правда конец. Только сейчас образумился. Кто я такой, чтобы просить руку девушки? Мне конец. Что я буду делать? Скажи что-нибудь. Брат, я не знаю, ты не выслушал меня. Доброе утро. Утро недоброе, невестка, мне конец. Правда, конец. Почему? Что случилось? Готовься, Джандан, вечером мы идем просить руки семьи. Что? Можешь поздравить, дочка, твой брат Угур женится на твоей учительнице. Правда? Ура! Демир, ради бога, скажи что-нибудь, что я буду делать? Меня ни о чем не спрашивай. Минутку, я не поняла. Угур, ты хочешь жениться? Хочу, разве могу не хотеть? Но как я попрошу ее руки? Как я попрошу руки Севги у комиссара Хусейна? Я бедный и ни на что не годный. Мойщик посуды. Хорошо, друг, сядь сюда. Успокойся, сядь. Брат Угур, почему ты говоришь о себе так? Ты очень смешной. Очень красивый. Ты любишь помогать людям. У тебя доброе сердце. Ты очень любишь мою учительницу. А она тебя. Она тоже меня любит. И причем как? Угур, раз ты принял такое решение, то мы разберемся. Бояться нечего. Конечно, родная. Мы же не телепортируемся сразу в ЗАГС. Да? Верно, верно, я успокоился, я правда успокоился. В конце концов, мы просто просим, не так ли? Так? Да, так. Вот что я сделаю, вскоре все наладится. Если Бог позволит, я сыграю красивую свадьбу, не так ли? Да, брат, конечно, успокойся. Отлично, я правда успокоился. Друг, мне нечего одеть. Что я надену, как я попрошу ее руки? Что я буду делать? Доченька, иди умойся. Я тоже умоюсь. Разберемся. Доброе, доченька. Доброе утро, папа. Спасибо. Садись. Наливай. Я налью чай. Приятного аппетита. Бабуте? Папочка, как ты этим утром? Хорошо. А что? Ничего, я просто спросила. Спасибо. Спасибо. Я сама приготовлю. Приятного аппетита. Папочка, а ты ведь вечером будешь дома? То есть ты не на дежурстве? Я буду дома. Дома. А что? Скажи же. Ничего, папочка. Я просто спросила. Садись. Садись, Джандан. Отдохни немного, я принесу. Now
Ну и что мы будем делать вечером? Что нужно? Нужен шоколад, цветы. Что еще? Еще что нужно купить? Вы не думайте, Демир, купим все на мою карточку. Нет, Джендон, так нельзя. Не будем использовать твою карту. Я куплю все необходимое для брата. Если бы мне дали зарплату... Все наладится, не расстраивайся. Клиника же не будет закрыта вечно. В конце концов, я оплачу карточку, не волнуйся. Нельзя, Джандон, нельзя. Демир, мы женаты, мы делим одну жизнь. Больше нет ни твоего или моего. Позволь купить все это с моей картой. Да я тоже помогу, пожалуйста, прошу. Доченька, что ты слушаешь? Доедай давай. Тебе еще портфель собирать, мы опоздаем в школу. Я ем, папа. Я подготовила твой обед, он на кухне. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.